Практически в каждом образовательном учреждении есть особый уголок, посвященный памяти Великой Отечественной войны. И Мытищинская школа номер 14 не исключение. Школьный музей здесь существует более полувека и носит имя Родиона Малиновского. Идея его создания принадлежит первому директору школы Рыжову Ивану Георгиевичу, который был ветераном Великой Отечественной войны. В феврале 1967 года был уже открыт наш музей. Много интересных встреч прошло на его базе. И вот на одной из них в 1969 году член Мытищинского общества знания, инженер-полковник в отставке Миндлин Борис Данилович рассказал о маршале Советского Союза Родионе Яковлевиче Малиновском. Детей очень заинтересовала данная тема, и они под руководством, конечно, своего учителя связались с женой Малиновского, Раисой Яковлевной. Позже музей назвали в честь выдающегося советского военачальника Родиона Малиновского. Его супруга стала приезжать в Мытищинскую школу, передавала редкие фотографии и личные вещи, которые рассказывают ученикам о биографии героя. От солдата-пулеметчика до маршала Советского Союза он вошел в историю как один из самых талантливых полководцев, внесших огромный вклад в достижение победы над фашистской Германией. В нашем музее разделы, посвященные Родиону Яковлевичу Малиновскому, рассказывается о его жизненном и боевом пути, как он преодолел свой путь от простого солдата до видного советского полководца. Имя Родиона Яковлевича Малиновского с честью и гордостью произносят в Испании, Венгрии, Румынии и Чехословакии, потому что там советские солдаты принесли им победу, которыми руководил Родион Яковлевич Малиновский. Впервые на фронт он отправился, будучи подростком, и прошел Первую мировую. Полководческий талант Родиона Яковлевича Малиновского раскрылся в самом начале Великой Отечественной войны. Множество раз под его предводительством советская армия срывала фашистские замыслы. Он внес большой вклад в успешное завершение Сталинградской битвы, лично освобождал Одессу, содействовал выходу Румынии из союза с Германией. Кроме того, Родион Яковлевич – единственный советский военачальник, который оставил воспоминания о Первой мировой в своей книге «Солдаты России». Она также хранится в экспозиции школьного музея. В декабре прошлого года в нашей школе состоялось торжественное открытие парты героя, которая посвящена маршалу Советского Союза Родиону Яковлевичу Малиновскому. За эту парту может садиться только достойный ученик, который учится только на отлично. Дважды герой Советского Союза Родион Малиновский считается одной из самых знаковых фигур военной истории России и мира. Он награжден десятками орденов и медалей. Похоронен выдающийся полководец у Кремлевской стены.